Хронологія подій відома маль детальово. Пасажирський тягнік Дніпропетровськ-Санкт-Петербург знижає хуткость на під'їзді до переїзду станції Бунішин. Згодно з інформацією, так званої чорної скрині, такі є у тепловозах до 83 км у годину. Це навіть ніже за норму. Раптовно на переїзд виїжджає КАМАЗ. Сутикнення. Тепловоз підмінає машину, заходить з рельсів і тягне за собою ще 4 пасажирські вагони. Пізніше становиться відомо, що у КАМАЗі загинули двоє – водитель, громадянин Узбекистану і пасажир, жихар Азербайджана. Обидва працювали у давнішій організації «Хомяка» і АБЗ. Серед пасажирів ніхто не потерпів. Мы всех пассажиров всего поезда, так около 200 человек, вывели на станцию Буйничи. Значит, предоставили могилевские вагоны. 10 пассажирских вагонов, которые проследовали далее. Значит, поезд был задержан всего на 2 часа 41 минуту. С момента ДТЗ не спиняются обновленные работы. На допомогу могилевским коллегам приехали ремонтные техники из Минска и Жлобина. Пошкоженную участку пути заменить полностью. Я думаю, что сегодня к вечеру мы завершим работу по восстановлению. Машинист тепловоза отримал нетяжкие травмы, помощник не потерпел. Ободва накировались на место працы – Оршу. Все могло быть иначе, свежие специалисты локомотивного депо. Коли б помощник не отскочил в момент сутыкнения, его бы звычайно змяло. Эксперты высветляют ступень пошкоженности техники. Поврежден метельник, повреждена кабина машиниста, экипажная часть. Кузов локомотива. Следственный комитет завел криминальную справу по факту гибели у ДТЗ под Буйничами. Вядома, что КАМАЗ выехал на чугунку, коли працавали гуковые сигналы и светлофоры. Андрей Ястребов, Денис Бутылин, новини Могилёва.